Мы продолжаем, друзья, наш замечательный фестиваль. И на эту сцену выходит человек, который приехал тоже из города Москвы. Дмитрий Вагин, город Москва. Мы его специально для вас привезли. Это очень интересный бард, современный. Сейчас Дима все подключит. И у нас все продолжается. Напоминаю, сегодня у нас барды здесь, но закончится все оркестром. У нас сегодня замечательный оркестр будет из ИЖГТУ, будет играть джаз на духовых инструментах. Но Дима Вагин сейчас отожжет, я думаю, тоже. С удовольствием. Попробуем. Так, все, гитара есть. Давайте. Давайте. Классные вы. Давайте дальше. Как настроение, друзья? Наш фестиваль продолжается с хорошим настроением. Напоминаю, у нас работает сегодня 3 сцены. Одна Панамский канал, я думаю, уже закрылась, но Бабушкина дача еще работает там внизу. И главная сцена работает вовсю.